Вот уклевка, нифига себе. Народ, всем здорово. Сегодня у нас 19 июня, воскресенье. И мы вдвоем с Саньком приехали на такой небольшой сплавчик на Верхний Псёл. Ну, так сказать, не совсем верхний, немного выше города Сум заехали. Чистые пруды, будем с чистых прудов сплавляться и до Хамино. Сейчас вот уже завез Санька с лодками на место старта, сам отогнал машину немного ниже по течению и иду к нему, к месту старта. Он там сейчас пока качает лодки, собирает снасти, и сейчас дохожу и будем выплывать. Вот неделю назад Санек с Тёмой плыли по этому маршруту. В принципе, голавлик поклевывал. Не крупный, ну, клевал достаточно хорошо. Там у Тёмы даже видео на канале вышло с этой рыбалки. Можно посмотреть, зайти. Так что посмотрим, как сегодня будет. Надеюсь, сегодня каких-то голавликов своих тоже поймаю. Так, все, друзья, я дошел уже, Санек уже понакачивал лодочки, в общем, выплыли. Сейчас поднимемся немного выше, не знаю, к мосту. К мосту доплывем, чи нет, Санек, туда? До моста поднимемся в Чернечине и уже начнем такой сплавчик вниз. Санек говорит, сегодня все приметы, как бы давление, погода, клев должен быть. Да, Санек? Так что буде рыбка, думаю, поймаем. Так, все, друзья, сейчас вот уже немного выше поднялись по течению. Санек поплыл уже, я еще поднялся где-то метров на 500 от него. И сейчас подожду, дам такой разрывчик где-то там в полчаса хотя бы, чтобы голавлик как-то успокоился. И поплыву за ним, буду рыбачить. Одеваю свои очочи новые. Взял селектовские, потому как мои старые эти джексоновские вообще рассыпались в хлам, там просто нет уже живого места на них. Посмотрим, сколько эти проживут. Есть реально один плюс у них, что вот такой чехольчик в комплекте есть. То есть для переноски очень удобно. Ну а там посмотрим. Так что начинаем сплавчик. Так, друзья, ну что, наконец-то начинаем рыбалочку. Пару слов о снастях. Это мой головлиный спиннинг ZMX Viper 0.5.5 тестом. Катушечку поставил сюда Daiwa Fuego 2.500 и шнурочек 0.6 UGK Upgrade. Поводочек такой с флюрика полметра где-то 0.22 флюр вехардовский, и сейчас ставлю воблерок. Наверное, начну с воблерков. Взял себе вот такой вот воблерок. Это Select Sprint 35, копия на знаменитую Усами Шикима, которую уже, к сожалению, не выпускают, но она реально делала вещи. Вот у меня есть Усами Шикимка, такая вот реально, ну, копия. Есть небольшие отличия, но в целом почти похожи. В таком же цвете Select Sprint. Посмотрим, как он ловит, лучше или хуже знаменитой Шикимки.
Есть. Ай, блин, первый был главлик небольшой на этого селекта спринта. Первая такая хорошая поклевочка. Ну, сошел не крупный. Кстати, много вижу в очках вот идут за воблером головли, ну не крупные такие, все боятся походу атаковать. Ну, ждем хорошего крупного дядю. Так, друзья, что-то как-то глухо за головлем, то с рыбой вообще тоже. Со всей. И окунь что-то не хочет клевать. В общем, походу надо перебирать, начинать приманки. Сейчас, наверное, поставлю что-то с колебалок. Взялась я такую коробочку чисто для колебалок. А то у меня было в одной и воблера, и колебалки. Это чисто теперь будет коробочка для колебла у меня. Селектовская такая коробка. Так, наверное, поставлю сейчас вот такую вот колебалочку маленькую. Мукаи клюе. 1,8 грамма. Не знаю, может, главлю сейчас какой-то он пугливый, боится больших приманок. Буду пробовать на мелкие приманочки. Есть, есть, ухватил, все-таки два раза бил, все-таки ухватил. Вот, наконец-то главлик первый, которого я взял на этом сплаве. Небольшой такой, конечно, но хоть что-то. Вот колебалочка, мука и клюе, и клюнул головень. И то даже не в рот, просто повезло, что засекся. Так, плыви подрастать, малой. Думаю, видно, много пуха летает. Конечно, условия не лучшие для головлиной рыбалки. Клевака состоялась в таком месте 100%, где должен был стоять главлик. Ну, он стоял, но небольшой такой, вся та же блесенка, мука и клюе. Такой главленый сейчас выпущу. Так, все, главленый, плыви домой подрастать. Да, вот сейчас уже почти 10 часов, 8:30. И вот только начинается как-то головли включаться. Какие-то поклевочки, хоть мелкие, но начинает проклевываться. В принципе, так как и неделю назад пацаны плыли, то же самое было. Ну и сейчас особо ничего не поменялось. Ух, вот то клевака, нифига себе, долбанул нормальный. Ну как нормальный, ну такой уже более-менее. Вот, включился головлик по расписанию. С утра не хотел, а сейчас вот хоть такие, ну, начали клевать, и то хорошо. Давай, иди сюда уже, сейчас отпущу тебя. Вот такой головень уже более-менее. Та же колебалочка, мука и клюе. И такой уже грамм 150, наверное. Так, плыви подрастать.
Так, ну, в принципе, начинает что-то уже получаться. Какие-то главлики проклюнулись уже. Это радует. Ух, поклевочка. Догоняй. Много клевак на колебалочку, на мелкую такую, ну, мелкий голавль, не засекается. Хоть поклевочки есть, и то хорошо. Тут без поклевок как-то и неинтересно плыть. Так, сейчас снова поменяю блесенку. В принципе, это рабочая тема, мука и клея. Хочется попробовать что-то другое. Так, не знаю, сейчас вот такую вот, наверное, попробую. Это Select Dipper 2,5 грамма. Есть поклевочка. Вот и сработал Select Dipper. Колебалочка. Это у нас что? Это у нас окунь. Вот такой акушарик. Неплохой, в принципе, окунь. Окуней можно брать на засолочку. Так, друзья, сейчас у нас 12 часов дня. Уже не знаю, что ставить, уже и на эту мука и клюе, не клюе. На яку этот клевала с утреца. В общем, голавль вообще где-то затих. Непонятно где, непонятно что, непонятно уже что ставить. Так, что ж ему еще поставить такое, не знаю, сейчас попробую вот такую Норис Масакарота, в таком, как бы не белый цвет, такой бежевый, не знаю, может темные цвета сейчас голавль не любит, может ему как раз такое светленькое надо подавать, сейчас попробую на нее. Есть поклевочка, друзья. И это у нас что? Это у нас голавль. Серьезный, конечно. Клюнул все-таки на эту Норис Масакарота в таком светлом цвете. Белый, бежевый. Такой небольшой голавлик. Все, плыви. Так, друзья, сейчас у нас час дня. Плывем дальше. Вот подплываю к зеленому гаю. Уже с Саньком пообедали. Тоже говорит очень слабо. Голавлик клюет. И мелкий весь. Они, когда вот с Тёмой плыли в прошлый раз, неделю назад, получше как-то клевал. Голавля сейчас очень и очень слабо. Сейчас поменялись местами. Я плыву первый.
он ждет и потом за мной поплывет где-то через полчасика. Ух, есть клевака. Наконец-то. Послеобеденная клевака. Ну, тоже небольшой. Небольшой голавлик. Вот, друзья, такой малышек снова. Короче, нету нормальных голавлей. Вот такие вот малыши клюют. Опять та же поставил клюе, мука и клюе. И вот влетел голавлик, плыви. Ух, нифига себе, окуня он какие повыскакивали на колебалку, ух, один, давай еще, еще. Вот это да, так резко выскочили откуда-то, и давай дудух, дудух, долбить его. Клюнул самый маленький, а там один такой был, грамм 300. Ну давай, 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 хватай. Давай, давай, ну блин. Что ж там за рыба? 5 ударов и не взял. Что за фигня? Блин, что они не засекают? Крючки без бороды и просто не засекается рыба. Вроде неплохой такой бил. Все, друзья, заканчивается наш сплавчик. Вот уже доплываю к месту финиша в Хамино. Буду собираться потихоньку, жду Санька и пойду за машиной. В общем, такой получился сплав. Поклевок много было на этом сплаве, но рыбы очень и очень мало. То есть вся рыба мелкая, голавлики мелкие, окуньки мелкие. Он то идет, тыкает за приманкой, как бы, и толком не засекается. Много сходов было мелкого голавля. Ну и там штук 6, наверное, 7 я поймал голавлей и одного окушка. В общем, слабо. Вот пацаны плыли неделю назад, там у них как-то повеселее вроде клевал. Хоть крупных тоже особо не было. Ну такие влетали по 250, по 300 влетали голавлики у Тёмы. Ну сегодня реально как-то одна мелочь и откровенная мелочь такая. Ну на этом маршруте я таких раньше как-то не ловил. Так что так, в общем, не знаю, наелся то ли он пуха, что не клюет крупный, то ли где-то сдрыснул, то ли после нереста болеет, в общем, рассуждать можно долго. Ну, по итогу так. Все равно рыбку поймали, удовольствие получили, полюбовались красотами. Самое лучшее на сегодня сработала колебалочка. Блин, как я забыл. А, мука и клюе. Мука и клюе отработала самое лучшее. Ну, ловили и другие, в принципе, колебалочки. Там селектовские я кидал. Норис Масакарута кидал. Тоже были поклевки. На воблерки были поклевки. Ну, все откровенная мелочь. Так что все, друзья. Всем пока. До новых рыбалок. Увидимся. Надеюсь, уже увидимся на крупной, на трофейной рыбе.